Увидеть белку в этом Железногорском парке теперь настоящая удача. А все потому, что здесь завелся похититель. Он подманивает грызунов, сажает в клетки и уносит неведомо куда. Делает это прямо посреди бела дня. Когда в администрации парка про это узнали, не на шутку всполошились и кинули клич в соцсети с просьбой помочь отыскать вредителя. Нам поступил звонок от наших посетителей, которые увидели в парке мужчину, который ловил белочек. Мы разместили информацию в наших пабликах официальных с призывом горожан, чтобы проявили бдительность и в случае, если ситуация повторится, нам сообщили. Не ожидали сами, честно говоря, что вызовет эта ситуация такой общественный резонанс. Не то что резонанс, развернули целую поисковую операцию, а в полиции начали проверку. Правда, говорят, такое дело о белках приходится вести впервые. Зачем же мужчине понадобилось вылавливать белок из парка? У нас появилось две версии. Ловит, чтобы сдать в зоомагазин или пустить на беличью шубку. Но первая сразу же с треском провалилась. Нет, в зоомагазинах их не продают. Это дикое животное, то есть его нельзя продавать. Это дикое животное. Как его вообще можно держать в магазине? Как его можно продавать? То есть думаю, что нет. А вот версия с беличьей шубой была бы более жизнеспособной, правда, лет 20 назад, когда они были популярны. Шкурки этого зверька были в цене, рассказывает опытный охотник Дмитрий Кутько. Существовал даже специальный промысел – белкование. Когда наступал сезон, народ шел в тайгу и добывал именно этого зверя, потому что на него был спрос, на него были предложения, поэтому и цена была соответствующая. А сейчас спрос упал, она никому не нужна, грубо говоря, и поэтому ее никто не добывает, смысла нет. А вот мужчина из Железногорска, видимо, этот смысл нашел. Прогуливаясь в парке, он подманивал к себе белок, предлагая им шикарную трапезу, а потом обманывал голодных грызунов и ловил их с очком. Мы сегодня тоже решили проверить, насколько доверчивы и дружелюбны белки в Красноярске. Ну что, давайте посмотрим, какие белки обитают в парке около университета. Ловить я их, конечно, не буду, но покормлю. Сегодня у них на выбор или фундук, или семечки. Начнем? Белки! Белки! Ну где же вы? Ау! Вы где? Белки, белки, белки. Белок в этом парке нам найти не удалось. Зоологи говорят, что сегодня холодно, поэтому они сидят у себя в дупле. Но зато здесь очень много птиц. Они летают повсюду и разоряют беличьи кормушки. Как видите, в мороз не то что поймать, даже накормить белку не так-то просто. Может быть, поэтому вредитель из Железногорска больше к своему промыслу не возвращался. А дальше в этой истории будут разбираться следователи, если, конечно, поймают загадочного похитителя. Юлия Чопчис, Иван Дорофеев, Енисей. Новости.